Четыре дня назад заместитель министра иностранных дел Азербайджана заявил, что пришли к соглашению с Николом Пашиняном о передаче 7 населенных пунктов и Тиграна-Шена, Кярки, Азербайджану. Член армянской партии «Родина» Сос Акопян написал на своей странице в Facebook, что это заявление озвучил Арсен Бабаян, потребовав опровергнуть эту информацию. Передает Азия-Ас. Политический руководитель этих людей говорил, что у народа не должно оставаться каких-то неотвеченных вопросов. Все сплетни должны опровергаться. Уже четвертый день правительство хранит каменное молчание по этому вопросу. Теперь можем ли мы считать подтвержденным, что эти власти, да, согласились сдать врагу, находящиеся на суверенной территории Армении, 8 сел? Не является ли это достаточной причиной, чтобы выйти на борьбу, отстранить эту власть и не позволить сдать по частям Армению? Вы правы. Другого решения нет. Мы должны отстранить эту власть. Написал Сос Акопян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.